Я покажу, как с помощью мобильного телефона добыть огонь. Вдобавок мне потребуется фольгированная бумага. Она используется для упаковки конфет, сигарет и других изделий. Далее нужно отрезать или оторвать тонкую полоску. Такой длины должно хватить. Потом загибаю концы так, чтобы легко было подсоединить. Полоску аккуратно складываю, чтобы не задуло ветром. Достаю батарею с телефона и подсоединяю полоску к крайним контактам. Ток, проходя через фольгу, нагревает ее настолько, что она загорается. По сравнению с другими методами добычи огня, у этого метода есть ряд преимуществ. Во-первых, телефон у нас всегда с собой, даже в лесу. Во-вторых, даже если у нас с собой нет фольгированной бумажки, ее можно легко найти, ведь ими замусорено все вокруг. В-третьих, отлично срабатывает в сырую погоду, даже если полностью промочить фольгу и батарейку. В-четвертых, мало израсходуется энергии. У меня на этом смартфоне ушло на розжиг всего 3%. Ну и в-пятых, если бумажку так плотненько скомкать, то почти не задувается ветром. Но в этом методе есть одна тонкость. В батарейках встроена защита от короткого замыкания. Поэтому полоску нужно отрывать как можно тоньше и длиннее. Тогда ток пойдет небольшой и защита не помешает розжигу. На этом все. Ну а в следующем ролике я покажу интересный опыт с электричеством и ложками.